That's your command. Commander? Ну охуеть теперь. Я действительно не знаю, что делать, понимаете? Я впервые в Total War, не знаю, что делать. Такого у меня положения еще не было никогда. Даже за Спарту и то менее критично было, чем здесь. Отойти я в город не могу, потому что я не хочу проводить битву в городе. Лучше уж в Граплене, где там у тебя есть еще дополнительные шипы и прочее. Нанять я никого не могу. В прошлой серии я вступил с наемом наемников. Армия у них бесконечная, кажется. И я боюсь пропускать ход. Я... Ой, такая папа боль. Я не знаю, я боюсь пропускать ход. Я, мать его, боюсь. Мне сейчас просто пиздец будет. Я других слов найти не могу. Я просто уже не могу ничего других слов найти. Мне просто сейчас будет пиздец. Я сейчас начну пропускать ход и все. Во что я ввязался, ёб твою ж мать, откуда у вас столько? Я хотел даже попытаться как-то обойти их, снять город, но иначе, если я это сделаю, у меня еще меньше здесь. Хвала небесам. Ой, хвала небесам. О, мама. Мама мия. Я, конечно, не итальяшка. Играй за меня из итальянцев, но мамма мия. И союзник выдвинулся, чтобы разбить эту армию. Ёб твою мать. О боги. Ой, кто вернулся? Этот полководец, да, который флотилец. До конца я его так и не убил, да, поэтому меня здесь все так же хреново с поддержкой сенатов там, граждан, что у них там. Ну это просто... И вот это вот просто... Но они пошли восстанавливаться, это плохо. Это... Очень, очень плохо. А ждать союзников, которые хрен знает, когда придут. Но мне как-то надо избавляться от наемников, потому что они жрут деньги, они жрут колоссальные деньги, они... Налоги я поднять не могу, потому что начнут поставать население, да и особо-то сильно-то не поднимается от этого налоги. Я в полной критической заднице, в полной жопе, даже мне надо еще меньше делать, но меньше уже минус будет.
Мне надо сливать армию. Вы быстро маршем, что ли, пошли, или чё? Нет, не быстро марш. Быстро марш по-другому обозначается. Вы, наверное, в режиме засады сидите. Да, просто забей. У меня слов нет, я не знаю, что комментировать. Да, великое сражение все-таки здесь есть. Слоны. Самое главное, это слоны. Ой, твою мать. Союзники, конечно, не сразу же пойдут. Хотя вот они там что-то двинулись, если вы могли заметить, куда-то убежали, но ждать от них то, что они... Да тем более, это мне даже толком-то... Ёп! Просто вы даже не представляете, как мне сейчас больно. Вторая серия, на этом все может просто закончиться, понимаете? Просто все. Сукины дети, господи. Сейчас еще дождь, наверное, будет, да? Я не знаю, что еще сейчас может быть хуже. Мы не выдержим, понимаете, здесь нет засуха. Но мы все так же в укреплениях. Все так же. Подкрепление, кстати, с другой стороны у нас идет. Ну, зная теперь, что они здесь находятся, наверное, здесь поставлю. Хотя хрен его знает, может, они опять, потому что сейчас переставил укрепление, теперь они, может, с этой стороны пойдут. В общем, вернусь, когда все расставлю. В общем, я решил, что они пойдут по центру. Мне так кажется. Но я все равно по бокам поставил укрепление. Здесь, правда, мне ничего нету вообще, блин. Может быть, я об этом пожалею. Поставил, чтобы поджечь, и момент истины. Сейчас просто будет момент, мать его, истины. Но эта игра меня, конечно же, опять объебет. Нет, знаешь что? Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что, сука? Знаешь что, сука, ты делаешь? Знаешь что? Сука, блядь, попробуй, блядь, только пойди, ты нахуй, попробуй это только пойди. Ты только попробуй это пройди. Ha 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 ha
Сука, опа, это пиздец. О, мама, 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 мама. Даже отступить мы не можем, даже просто отступить мы не можем. Не хватает очков действий. Все, битвы не избежать. Ой, союзники, хер его знает, когда они там придут. Просто хер его знает. Где вы там? Ну, приходите, пожалуйста. Хоть какая-нибудь армия. Я же вам дал цель, вы приняли ее. За что я вам деньги плачу, сукины дети? Вот. Знаете, они мне напоминают такие яму из моего прохождения по Сёгуну 2, Закат самураев. Эти придурки никак не хотят умирать. И я уже не вижу смысла сейчас просто расставлять... Просто будем действовать по мере обстоятельств. Этого боя не избежать. И мы здесь точно просрём. 20 минут я не продержусь. Какие же вы гондоны. Нет, вы бы знали, какие же вы гондоны. Просто гондоны. Просто гондоны. Я просто, ребят, сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. Я в полнейшем заднице, я не знаю, что делать. Нет, эти вы сюда отправляетесь. Такой, говорю, жопы у меня не было еще никогда. Никогда не было такой жопы. Такой, знаете, такой вонючий такой, просто сподливый такой, который постоянно сподливый, шопая. Никогда. Слышите? Никогда. Никогда такого не было. Честно, я не прикалываюсь. Не было такого. Все нормально. Нет, нормально все, нормально. Выиграем. Нормально, все окей, все хорошо, все нормально, твою ж мать! Нет, нормально. Нам прибыло подкрепление! Да. Да. Блядь. Что странно, даже с геймбастером она все равно подлагивает, я не знаю, что у меня с компьютером в последнее время. Геймбас мне тоже всегда помогал, на максимальных я играл в прошлый раз за Спарту последнюю серию и... Ладно, забейте. Мы, короче, блять, подкрепление еще с этой стороны. Стой! Короче, я буду, видимо... Ну, нет, я не хочу полностью эту битву показывать, потому что она опять затянется, как я посмотрел уже в прошлом своем видео, что... Нет, ни хрена опять не 20 минут, и поэтому я буду кусочками показывать самое интересное, да. Так что вернемся, когда что-нибудь произойдет, блин. Да. Слишком поздно я заметил приближение врага, там с подкреплением разбирался. Но надеюсь, они успеют хоть что-нибудь сделать. Хоть что-нибудь поджечь, я не знаю. Хотя нет, они быстро вроде управляются. Все... Вы только не говорите, что вы идете с этой стороны. Я вас сейчас кокну просто. Честно, я вас сейчас просто всех кокну, блядь. Нет, вы прикалываетесь, да? Вы, блядь, серьезно?
вы, блядь, серьезно, да? То есть вы так серьезно решили надо поприкалываться, да? Да! Вы решили поприкалываться, как смешно! Как, блядь, смешно. Блядь, у меня просто дар речи пропал. Я не могу комментировать это, понимаете? Ну, сами посудите, но это... Горите вы нахуй, а, сука. Съебли вы меня. Ой, короче, вернемся. Вот, кажется, пошло-поехало. Наемник, естественно, так как они мне меньше всего нужны. Они пошли сюда, будут защищать здесь. Здесь я, судя по всему, вижу, что никто не хочет идти, поэтому сюда подойдут еще одни наемники, а почему бы и нет? И вот опять... Повторение пройденного, блин. Но это наемники, они должны более-менее как-то сражаться, что ли, я не знаю. За что я им тогда плачу, блин? Короче, жопа. Начинается полная жопа. Мне надо подводить опять все силы с вот этих вот мечников сюда, чтобы опять по флангу атаковать. Потому что эти говнюки, они не сдадутся. И надо еще генерала, естественно, подводить, потому что иначе боевой дух там упадет. Короче, херня. Но эти гады, они уже прорываются, и все очень весело. Они уже проходят. Ну, на нашего военачальника напали. Да и не пизди. Все окей. Вот этот фланг давайте атакуйте, что ли, я не знаю. Как-нибудь. Потому что... У меня слов нету, понимаете? Я просто потерял дар речи. Просто дар, мать его, речи. Я потерял его. Это... Боевой клич, устрашение может какой-нибудь, а? Да, ненадолго снижает боевой дух противника. Нам это сейчас нужно. Ну, вот вы посмотрите, просто, ну это... Вот вы на это еще посмотрите. Как бы так... К слову. Наши ряды дрогнули. Где наши ряды дрогнули? Атакованы с тыла. Не атакованы вы с тыла. Вы сражаетесь отважно. И, пожалуйста, продолжайте это делать. Ну, просто я не знаю. Это обидно, понимаете? Только начал, и уже все, я получил... Просто мощнейший пинок под зад. Какой только может быть. Чё, как вы там стреляете еще так охрененно? Научите меня, пожалуйста. Ну вы еще с этой стороны нападите, а? Я просто охренею, если вы еще и с этой стороны нападете, еще и с той стороны нападете. Я просто не знаю, что я с вами сделаю. Сукины вы дети. А они хотят с этой стороны... А нет, они не хотят. Ну, слава богу, что комп хотя бы не поумнел в этом плане. Я сливаю битву, понимаете? Слоны? А, колесницы у них еще появились. У них генерал умер, появились, сука, мать его, колесницы. Ну, я там поставил шипы, вроде как должно немножечко помочь, нет? Но как бы подыхают вроде некоторые, там, натыкаются, но... Если эта хуйня, ватага это въедет. Ну вы понимаете, что просто жопа будет. Если эта ватага въедет. Боевой дух надо поднять нашим солдатам. Воодушевление. Второе дыхание рано еще использовать. Потому что рано. Подкрепление слать надо. Надо всех сюда слать. Потому что мы сливаем. Колесницы начинают уже просто наглеть. Ну, просто сами посудите вот эту ситуацию мою, войдите в мое положение. Я в полной жопе. Афин просто на части дерут.
Это вторая серия всего лишь. Да, в первой серии то уже, уже было приключением на мою задницу. Слоны пошли. Мои любимые слоны. Я прикажу, пожалуй, своим копьеметателям атаковать слонов. Потому что слоны. Потому что слон. Купи слона, блядь. Но это все, это я не придержусь. Ни хрена я не придержусь. Я пессимистом сейчас стал, да. Как можно не стать пессимистом вот с таким вот... Вот с таким вот. То, что здесь происходит. Я, конечно, могу послать опять всех солдат, атаковать, колесницы там, но это меня не спасет. Это меня не спасет, понимаете? Я... Вот этот вот ватага, рвущийся к моей крепости. Солдаты мои не бесконечные, они тоже дрожать умеют. В общем, все замечательно. Все, как я и хотел. Ай. Вы кто еще? Тоже стрелки? Че не идете, не помогаете? Стреляйте давайте, что ли? Военачальник, как это там? Все окей с тобой, да? Ну, это... Я вернусь, короче, когда что-нибудь изменю. Я еще не хочу опять занимать все ваше время вот этой дебильной битвой. Да. Да вы охуели просто, блядь. Ну, хоть колесницы сломлены. Так, окей, колесницы сломлены. Значит, всем моим солдатам не надо уже атаковать колесницы. Те, которые пошли атаковать. А атаковать колесницы пошли все. Просто... Не знаю, пикинеров, новобранцев, допустим, атакуйте. Вы атакуете с этих, вы атакуете этих. И как бы все будет окей. Угу. Утешил. Блин, себя. Все будет нормально. Ой. Колесницы, главное, побежали. Хоть и это меня радует. Вы так и стоите, да? Да толку вам здесь стоять? Идите, тоже развлекайтесь. Тут же весело. Тут же весело, да, охуение, блядь. Давайте тоже развлекаться. Они все равно сюда не идут. Они будут ломиться сюда. Слонами и еще одними колесницами. А почему бы и нет? Ах, подкрепление мое еще долго будет идти. Все замечательно, блядь. Короче, прогнали еще одну вражескую колесницу. И, по-моему, сейчас еще одна какая-то колесница здесь колеблется. Генерал использует активно все свои боевые кличи и прочую херню. Подкрепление я решил на этот раз не пытаться ударять сюда, но потому что вы видите, что это бесполезно. Я, короче, решил ее подвести вот сюда, чтоб они держали этот узкий переход здесь. Ну, потому что я другого варианта не вижу. Здесь вот так же продолжается куча мала. Слоны начинают уже заходить сюда. И это значит, что... Это все. Ну, хотя пока держимся. Тьфу-тьфу-тьфу, блядь. Сука. Три раза по башке постучу. Сядь тупой, блядь. Ладно. Но наши стали бежать с поля боя. Какой позор и прочее, поэтому жизнь становится еще веселее. Я вот вторым генералом уже второе дыхание еще одну перк открыл. Вот вражеский генерал активно тоже юзает вот эту фигню, и поэтому становится еще веселее жить. Подкрепление пока добежит, я, наверное, состарюсь. Нас уже давно задницу поимеют. В общем, опять же, все идет по плану. Хотя нет, вроде перестали бежать. Удивительные люди. Я вас не понимаю. 8 минут 40 секунд еще. Охуенная битва просто, понимаете? А, так нас еще и тут зажимает. Да вы охуели, что ли? Давай-ка второй генерал. А то они охуели совсем уже, я смотрю. Ты все равно второй генерал нахер не нужен, я тебя заменю. Поэтому да, давай иди. Погибай за родину. Ты больше мне не нужен, потому что ты использовал все свои перки.
А, боевой дух ты поднимешь как-нибудь. Как-то так пока. Слоны все продолжают охреневать. Ну, нам недолго осталось. Скоро мы сдохнем. Не, ну вы только посмотрите на это. Вражеский военачальник убит. Ну нихуя ж себе. Да ладно, блядь. Он все равно возродится в следующий раз. Толк-то, что он сдох. Сейчас наш ляжет военачальник. Все нормально. Это норма, блядь. Я даже не могу приблизиться посмотреть. Ну это, блядь, ну это. Вот, это вот, вот это весь сейчас Total War, который у меня происходит. Ебанулся просто. О, кто-то добежал. Да вы ж красавцы, ёпт. Один сюда занимает, другой занимает сюда. Все ясно. Все ясно. Вас же я жду здесь, чтобы вы могли напасть. Да, как-то так. И 8 минут нам еще осталось. Блять, такой я даун. Как только погиб этот запасной военачальник, все наши решили побежать! Наши бегут с поля боя. Какой позор! Я просто ничего не понимаю в этой игре. Да знаете что? Да захватывайте. Идите вы все в жопу. Захватывайте. Да, захватывайте. Я ебал, короче. Захватывайте. Все, отступаем. Отдаление. Кнопкой «Отозвать» можно вывести из боя отряд или корабль, который кратчайшим путем направится к границе карты. Нет, это не кратчайший путь. Вот здесь кратчайший путь, пацаны мои. Пацанята. Отступаем. Я заебался. Это просто огромная армия, которая не может отстать от меня. Отступаем. Все отступаем. Все, все, все убегаем. Все, все возвращаемся домой. И ждем, пока нас выебут в Жабенске. Генерал, ты что делаешь? Нет, генерал. Дебил, ты кусок. Иди сюда. Сюда, пожалуйста. Наши бегут с поля боя. Сюда. Какой позор. Не надо умирать, пожалуйста. Тебе, пожалуйста, не надо умирать. Блядь, ты такой дебил, а? Замечательно. Я даже уже хочу удалить это прохождение, не позориться, но я выложу, чтобы вы посмеялись надо мной. Потому что я еще никогда не сливал компании в Total War. Вот признаюсь вам честно, никогда не сливал компании в Total War. Да, даже Диадан сливал компанию в Total War, я не помню, за кого он там играл, но там есть одно прохождение, где он слил компанию. И я слил эту компанию. Лучше бы я бы за Спарту продолжил, но я не могу за Спарту продолжить. Они, конечно, меня не оставят, они будут дальше меня набить. Ну, я хотя бы слил армию, у меня должна экономика немножечко подняться. Я, короче, сейчас отхожу в Афины. Последний свой оплот надежды. Это, я повторюсь, вторая серия, и я сливаю во второй серии. Блядь! Это нам уже не поможет. Нам уже ничего не поможет. Нас уже ничего не спасет. Олигархи.
олигархи. Мы, короче, отступаем. Мы сдаем город, мы... У нас есть в Афинах стены. Надо было сразу отступать. Мы отступаем. Мы сдаем город. Эти даже не успеют дойти. У нас доход появился. Это не тот самый генерал, это резерв нашего... Это... А, нет, наш полка... Значит, все-таки из резерва убили, да? Ну, это не страшно. А вы, хоть кто-нибудь, можете дойти, пожалуйста? Нет, никто не может дойти. Я буду отступать. Я буду отступать. Надо мне что-нибудь на защиту. Защиту в ближнем бою всех отрядов. В наступлении нет. В наступлении мы качать не будем. Угу. Бой в двух всех отрядов, сражение с войсками налетчиков. Не боевые потери в осаде. Бой в двух всех отрядов в наступлении. Нет. Давай-ка ты вот это прокачаешь. И будешь нанимать новую армию. Мы сдаем Ларису. Мы сдаем Ларису Ивановну. Мы поднимаем налоги. Мне надо сейчас сделать все, чтобы хоть как-то продержаться. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть продлить свою агонию. Это реально агония. Это наш конец. Мы проиграли. Побольше тогда стрелковых, что ли, отрядов. Потому что мы будем на стенах, и они бы как бы немножечко совсем нам помогут. Никто, конечно, со мной не хочет уже дружить. Это естественно. Союзники наши там ебланят, которым мы платим деньги. Еще раз повторюсь. Нас, с нами никто не хочет. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting, so that all may... Как? Нет. Я слил компанию. Enter, friend, and... Никто не хочет, естественно, кто будет. Македония, кстати, с нами недружественная, поэтому я понимаю, почему они не спешат помогать нам. Мы надеемся только сами на себя. Вторая серия. Я слил компанию. Да ты что? Слушай, ну, хоть кто-то готов с нами торговать. Может, и другие посмотрят, типа, вот, спасите, пожалуйста, нас, ну. Да нет, кого я обманываю? Эта армия, она беспощадная, она прокачанная уже теперь. Даже некоторые даже в второй ранг. Пиздец полный. Я по всем фронтам отступаю. Спартанцы могут спокойно на нас напасть. Почему бы и нет? Эти не хотят нападать. Пропускаем ход, ждем своего конца. Ну, у нас хотя бы доход. А я не буду... Знаете что, я в Ларисе все нахер уничтожу. А тут можно уничтожить? Нет? Почему? Почему нельзя, как в других Total War'ах, уничтожить? Нельзя, да. Замечательно. Ой, господи. Вторая серия. Я слил. С самого начала. Афины, вы такое дно. Каких еще поискать надо? Я говорю, я специально не буду удалять. Это, выложу это, чтобы вы поржали надо мной. Типа Гикс какой-то... Ну, бас. Ну, верить или нет, ну, за Карфаген, когда играл, тоже это сохранение похили. Отвлекли. Короче, за Карфаген, когда играл, у меня там все было нормально. Рим был у меня уничтожен. Играл на такой же сложности. За Спарту, да, но за Спарту это не показатель. Там меня зажали из-за того, что я...
за то, что я напал на германские племена. Закел еще, за Эпир там, Рим без проблем, на такой же сложности уничтожил. Все, от него там ничего не осталось. За галлов играю сейчас. В принципе, тоже неплохо, держаться можно. Но что-то на запись Рим 2 у меня не получается. Обсуждать богов как должен. Они уже, видите, они жажды наслаждения. Они понимают, что они живут уже... Последний раз. Последние ходы. Люди, конечно, возразят этому. Но мне пофигу. Избыток населения. Как бы замечательно. Нам надо что-нибудь здесь на военное сейчас. Просто моментально на военное. Просто доход там, не важен доход. Ну, а я не могу, у меня технологии не изучены. Просто забей. Вражеский агент. Говна кусок. Не, я не буду на тебя тратить. Не буду я на тебя тратить, а ты, кстати, прокачанная, так что надо было бы на тебя что-нибудь потратить. Короче, я объединяю войска, и я просто обороняюсь. Все. Вы понимаете, что меня тут ничего не... Ты куда-нибудь смотайся сюда, то, что ты не можешь сюда войти. Мы будем обороняться до последнего. Мне вообще посрать, что там... произойдет. Я буду броняться до последнего. Два хода. Ну, давайте тогда уже не прачников, а копьеметателей, точнее, а гоплитов побольше. Там, топорников. Мы этот город просто так сдавать не будем, естественно. Что-нибудь я смогу сделать там? Какую-нибудь диверсию в войсках? Нет, у меня денег нет, потому что я все потратил на наем войск, естественно. Может, я что-нибудь с тобой сделаю манипуляции? Нет, все, деньги. Все. Только деньги. Да, еще один ход. У нас хотя бы доход есть. Может, я со Спарты уже наконец... Мне только сейчас спасет, если Спарта включится война. Но они не хотят. Ни на каких условиях. Рим, я открыл Рим. Может быть, и Рим не хочет, естественно, не оборонительный. Кому нужно такое дно, как Афины, скажите мне? Никому. Ну, вы поняли, да, мое положение сейчас? Может быть, как-то с Эпиром договориться о позорнейшем мире? Только так. Позорнейший мир. Обсудите выплаты. Ну, вы, конечно, не согласитесь на 200, естественно. Вам нужно больше. Вы не согласитесь на такое. Никогда. Допускаем еще один ход. Ждем, когда Эпир захватит свой город, который мы отвоевали в первой серии, но не смогли удержать. Эпир, Такияма, Сёгуни 2, Total War, Закат Самураев, вот вы кто, вы мне их напомнили. Ну, это естественно, мы сливаем. Тут нас ничего не спасет. Хотя, там что-то, по-моему, успели, наверное, парочку шайк-то хотя бы убить. Пожалуйста. То 125 человек убили. И то молодцы. Наш вражеская армия еще больше прокачалась. Спарта что-то тут засела. Неужели они нам помогут? Я просто буду в восторге, если они нам помогут. Если они захватят Ларису. Пожалуйста, спартанцы. Только на вас надежда, братаны. Иначе... Я уже сказал. Разгромите армию Пир. Да мы не разгромим ее никак. Воитель, у нас денег нету. Египет и Пир. Египет нас поддержал в войне, но пока они до туда дойдут. Вы понимаете, да? Шанс раненого духа отряда.
вражеских агентов, харизма, авторитет. Но нет, в резерв ты не очень хорош, чтобы я мог тебя нанять. Да, утрачены ресурсы, Лариса. Мы не можем торговать теперь, потому что там у нас понт Пергам. Нас не интересует, понт Гали не интересует. Армия в гарнизоне уничтожена, и теперь опять я обращаюсь к спартанцам, чтоб они нас поддержали в войне. Спартанцы, давайте, у нас с вами отношения очень дружественные. Не хотят, а вступить в войну вы хотите? Ну это мы ей объявим войну. А как-нибудь вам можно предложить, чтобы вы, допустим, право прохода. Давайте право прохода. Замечательно. Нам со Спартой надо сейчас наложить отношения как только можно. Это наше единственное спасение. У них войска сильные. Военный союз. Ну давайте, господи, оборонительный союз. Пожалуйста, нет? Лишить статуса при... Ну у них... Предлагаете? А что это толку? Торговое соглашение, обсудить выплату, объявить войну. Нет, видимо, только когда мы станем союзниками, только тогда мы сможем. Не хотят. Я готов уже просто всем жопу подлезать, лишь бы меня спасли. Афины, в принципе, всегда таким занимались. Они никудышные были воины. Никогда не были нормальными воинами. Македония, знаете что? Я не хочу вам больше платить. Вы мне не помогаете. Мне вообще посрать, что вы там думаете. У нас и так с вами отношения враждебные. Уж если уж пойдут меня уничтожать, так до конца. Ну, естественно, не согласятся. На что я надеялся. Но, может быть, сейчас... Я просто, знаете, сейчас как судорожно пытаюсь заключить какие-нибудь договора. Конфедерацию они не хотят с нами объединяться, потому что мы никто. И звать нас никто никак. Да? Но мы хотя бы освободились от выплаты Афин. Да, естественно, они не согласились, но меня радует то, что здесь спартанцы укрепились. У них армия здесь просто не в рот ебаться. Большая. И мы посмотрим, куда все остальные делись, потому что наверняка они отошли. Да, они отошли. Замечательно. Но мы продолжаем нанимать армию. Может быть, даже еще и не все потеряно. Может быть. Может быть, я зря сокрушаюсь. Мне сейчас надо что-нибудь больше на военное. Стоимость содержания всей армии. Минус 4. Замечательно. Это как раз на то, что сейчас нужно. Единственный шанс на спасение. Каплитов побольше. Еще, может, капипентателей. И мечников, топорников. Да. Укрепляем свою армию по полной программе. У меня много капипентателей, конечно. Но нормально. Продержимся. Может быть, если Спарта сейчас поможет нам, нападут на Ларису, не все может быть и потеряно в этой кампании. Ага, я не вижу, что здесь происходит из-за того, что я отвел агента. Окей, ладно, надо было агента подвести. У меня как раз там еще агент стоит, который я переманил на свою сторону из Эпира. Спарта. Спарта напала. Спарта захватила. Слушайте, ребят, походу еще не все потеряно. Я даже буду рад, если они сами уничтожат Аполлония. Я готов просто на этом островке жить, и мне неплохо. Единственное, что я смогу, так это, наверное, на Македонию напасть. Хотя, я уже боюсь на кого-либо нападать. Это очень странно, что Спарта решила нам помочь. Тщетно. Розаход. Скотоводство. Боги дарят нам обильный урожай. Молитесь старым богам, друзья мои. Они помогают выживать. Авторитет, дальность. Ну вот тебя, пожалуй, заменю, да. Ты неплохой. Ну теперь, спартанцы, если уж вы напали на Эпир, да. Давайте с вами вместе. Оборонительный, военный, нет,
С Римом? С Римом у нас неплохие отношения, дружественные. Почему вы не хотите с нами торговые соглашения? Не хотят. Хотя нам бы помогло это. Нам бы это очень сильно помогло. Македония и Пергам с нами не очень хорошо. Ой, ёб твою ж мать. Может быть, на Пергам попытаться пойти. Но я не знаю, какие у них там войска. Какие вообще территории у Македонии, если так вот посудить? В Македонии вот такие, да, территории. Здесь, в принципе, у них не сильно так защищено, так что есть шанс, что мы попытаемся напасть на Македонию. Надо погружить, посмотреть, где у них здесь есть какая-нибудь дополнительная армия. Вроде как нет. Вроде как. Я оставлю здесь одного агента, чтобы следить, как спартанцы будут дальше продвигаться и захватывать этот город. Спартанцы вообще молодцы, мужики. Вот уважуха. Уважуха, просто красавчики. Помните, как за прохождение за Спарту, да? Я за Спарту играл, Ларису захватили Афины. Теперь же здесь наоборот. Теперь у меня нет доступа к торговле, потому что спартанцы захватили Ларису. Вот вы, да, хотели все, да, на том прохождении, чтобы Ларисы мы захватили, да, спартанцы. Но, видите, тут все поменялось. Больше на пир я не иду. Я ебал его в рот. Единственное, на что я могу напасть, так это на Македонию. Но я боюсь ввязаться в еще одну кровопролитную, ненужную никому нахрен войну. В принципе, если я вот этих, сейчас еще ход подожду, найму еще парочку отрядов, можно, в принципе, попытаться, но я не думаю, что это будет очень хорошая мысль. Да. Авторитет. Авторитет я прокачаю. Харизму. Да, давай харизму. Ну, в принципе, вроде как более-менее. Видите, как я меняю свое решение, да? Только что я готов был сокрушаться, а сейчас вроде как... Вот если бы спартанцы бы не вступились, мы бы сейчас вели бы битву на стенах. На этих ебучих стенах. Еще один ход. Я уже готов на Македонию нападать. Попытаться через море переплыть, так вот высадиться. Если у них там не появятся новые войска. А у них они могут появиться, когда они увидят, что моя армия приближается. Искусственный интеллект здесь поумнел. Он здесь не тупой. Нам бы, конечно, со Спартой еще какой-нибудь договор такой заключить, союзный. Вроде как у нас общий враг. Не знаю. Воитель. Не нужно воить. Усыновление. Блять. Сука. Другой род выразил желание принять в семью вашего персонажа. Давай. Другая партия, кажется, скоро восстание поднимет. Какой у нас полковой спасенец? Ты что ли? Да, ты, мразь ебучая. Там жует что-то такое, рот открывал, видели? Типа чата мне. У нас армия восстановилась, но у нас мало... Деньги нам еще позволяют, давайте еще наймем чуть. Ага. Невозможно нанять отряд. Слишком много, да? Угу. Тогда вот что мы сделаем. Переместим тебе, дебил, этот кусок. А, я не могу двигаться, да? А я могу переместить тебе вот так вот? Да, могу, отлично. Два отряда тебе вот, на, предатель ёбаный. И наймем еще гоплитов. Еще гоплитов. Два хода долго, один ход подождем. Да. Че их гоплитами называют, шкапеметатели? Ну, видите, у меня совсем уже все, я уже просто все. Дипломатия. Я еще раз залезу в дипломатию, естественно. Я из этой дипломатии вылезать не буду. Мне сейчас надо спасать положение. Я, конечно, понимаю, что сейчас никак вас это бесит, то, что я постоянно в дипломатию лезу. Конфедерации нет. Оборонительный союз нет. Военный союз тем более нет.
Пергам, давайте с вами торговое соглашение. Нет, естественно. Македония. С кем она дружит? Она воюет с Кипр, Египет, Спарта. Этим надо пользоваться. Союзников у нее никого. Армию у нее... Кстати, по армии посмотрите. Как у Македонии. Сильная. Где же это ваша армия-то? Я готов всех агентов туда переместить. Мне просто интересно, где, мать его, армия? Здесь, может? Сейчас, опа, обнаружу. И все мои планы нападения. Нет? А где же у вас армия? Мужики. Ага, вот одна армия, вот там. Ну, в принципе... А, вы еще и это захватили, да? То есть ваша территория не ограничивается этим. Гребаный туман войны, ни хрена не видно. Ну, вот тут меня обороняет Спарта, поэтому следующий ход я, наверное, пойду... Да, я пойду пытаться захватывать Пелла. Неплохой город, и мы там со стенами еще тем более, и там мы сможем обороняться. Мне надо, опять же, спасать положение. Хоть как-нибудь. Поэтому я готов идти на такие вот меры жесткие. Да. Вот, только я начал думать, и видите там, да, армия македонцев выдвинулась вперед. Ну, если я сейчас быстренько... А, я не успею быстро привести войска. Не хватит хода. Да вы смотрите, что спартанцы делают. Вы посмотрите, что они делают. Нихуя себе спартанцы, блядь. Вы вообще монстры какие-то. Может быть, на Аполлоне пойти? Войска у меня просто много, а содержать их как-то надо. А чтобы они не проседали в деньгах, надо нападать. Но вы смотрите, что они делают вообще. Звери просто. Просто звери, мужики, блин. Мужики, ёпта, блин. Но армия у них здесь стоит. Та самая. Попытаться как-нибудь зайти в тыл и захватить Аполлоний, но эта армия все равно продолжит меня дальше прессовать. Сюда я идти боюсь, естественно, тут очень много македонской армии. Ну, спартанцы молодцы, конечно, но они действуют не в моих... Не, в моих интересах, окей. Я по морю не смогу, да, пройти? В принципе, смогу пройти по морю, но... Меня могут перехватить. С Римом у нас не заключено договор о проходе войск. Я мог бы высадить сюда войска и вот так на Аполлонии попытаться как-нибудь. Давайте попробуем заключить с Римом договор о проходе войск. Торговли они с нами не хотят никак, но хотя бы, может, право прохода. Пожалуйста, пацаны. Окей, я понял. Я понял. Молодцы. Красавчики. Пидорасы. Аполлоний надо захватывать. Он без стен. Войска там обороняют мало, и, в принципе, я могу агентам какие-нибудь действия совершать. Наемное убийство, какого-нибудь вот этого прокачанного генерала надо долбануть. Ну, сначала я, конечно, отравил бы пищу. Вот, спартанцы еще и здесь. То есть они могут в следующем ходу... Понятно, дно. Что ж мы делаем? Мы пытаемся доплыть до сюда, чтобы потом напасть сюда, потому что мне эти корабли меня помешают. Я еще никогда так не думал тактически. А чего вы не можете сюда-то? Ой, ты такой дебил. А хотя даже отсюда, если я пойду, в принципе, неплохо. Зря я, конечно, заключил договор с Римом. Ну ладно, с Римом все равно надо хорошие отношения поддерживать. Какой здесь порядок? Минус. Ну сейчас будет плюс. Да. И вот эта армия у нас пойдет
Хотя, я думаю, спартанцы быстрее успеют захватить Аполлонию, и я тогда уже не знаю, на кого нападать. Видимо, вот на этих чуваков, которые там тоже на меня выебываются. Вот здесь интересная ситуация. Откуда у вас столько денег? Я понимаю, что уровень сложности повыше, но... Блять, ж не до такой же степени. Короче, ситуация здесь на юге Греции, на этом Балканском полуострове, да, вот так это называется. Очень интересно становится. Прям интересно-интересно. Пропускаем еще один ход и ждем. Мне самому уже интересно стало, что, чем это закончится. Но пока не моим поражением, как я вижу. Пока не моим. Пока все нормально. Но нам хотя бы Аполлония, нам хоть какой-то город, чтобы больше экономики было. А дальше мы уже будем думать. Мы уже вылезем из этой дыры, в которой мы сейчас находимся. Афины всегда были богатым городом, они умели всегда торговать, и поэтому видите, сколько у меня сейчас денег. Так, здесь у нас что-то произошло, я приглядел. Я смотрю, что здесь происходит. Спартанцы не стали нападать. Зря, жалко, что я не их союзник, и я бы мог бы сказать, бы атаковать эту армию, а сам я бы захватил бы Аполлонии. Совместными усилиями попытаться... Блин, как Игра престолов какая-то, реально. Точно Game of Thrones, блядь, ёпт, Игра престолов хреново. С планы себе такие ставлю. Просто наполеоновские планы. Наполеоновские, ага. Авторитет, хитрость, рвение, рвение. Авторитет, хитрость. Я бы тебе ничего бы не качал, ты предатель. Политика. Государство, это я, хитрость. Вот хитрость лучше тебе, пусть хитрым будешь. И что-нибудь на экономическое. Ну да, давай там скрытых агентов, как-нибудь там тебе ублюдок придет из агентов. А мы продолжаем идти. А, я уж испугался, господи, ты ж боже мой. Давайте я вам помогу, спартанцы мои дорогие. Вы меня просто спасли. Еще раз. Ну, она сейчас дура сдохнет. Я боюсь, что она сдохнет. И я теперь не могу видеть, что здесь происходит. Я совершаю ошибку на ошибке. Это очень плохо без разведки. Никаких технологий. Военные. Мне что-нибудь на военную нужно. Что-нибудь такое, что на боевой дух. Атака би... Вот, натиск, атака, да. А то наши днищенские войска ничего не могут сделать. Да, я ничего не вижу теперь, что там происходит. Но я хотя бы вижу, что в Аполлоне происходит. И когда там будет какой-нибудь... Какой-нибудь захват, там, например, от Спарты или еще чего-нибудь. Я это все увижу. Но это будет обидно. Нет, они пошли воевать, видимо. Аполлоний открыт пока что. Я не знаю, победили ли спартанцы или нет. Потому что мой агент сдох. Зря я это сделал. Надо было сохраниться и загрузиться. Тут сейчас такой момент, что надо использовать все хитрости игры. Если я недавно говорил, что я не хочу пользоваться загрузкой, да, потому что это нечестно. А, Эпир Македония, я думаю, Эпир Спарта. Чё за нахуй вообще тут происходит? Долго вы, конечно, идете, братаны мои. Мне надо агента подгонять сюда. Как раз на следующем ходу она... Новая фракция. Угу. Лады, новая фракция. Какая новая фракция? Я не прочитал. Рим, давайте торговый, сука, нахуй договор. Сука. Я вам деньги, блядь, заплатил. Короче. Я понимаю, что римляне, они такие засранцы, что они хотят денег. Низкое. Я готов заплатить вам, чтобы мы сторговали с вами. Вы такие пидорасы. Короче, идите нахуй. Я лучше со Спартой союз заключу. Значит, с деньгами. Военный союз. Обсудить выплаты. Никак, да? А, ладно, а оборонительный союз? Вы как, согласны?
умеренный. Хуй помперенный, ёпта. Конфедерация, если я вам выплачу все свои деньги, вы присоединитесь ко мне? Нет, конечно. Они же не дебилы. Тут все-таки с модом этим дипломатию подправили. Мне даже не хочется заканчивать прохождение. Я не знаю, сколько времени уже прошло. Мне просто интересно. Да. Оборонительный союз есть. Военный союз пока рано. Не хотят. Я это понимаю. Рим. Мы со Спартой дружим. Вы тоже со Спартой дружите. Давайте. Пидоры. Но я хотя бы заключил оборонительный союз со Спартой. Теперь я вижу их территорию, и их все-таки они, видимо, проиграли, если они отступили. Что ж, становится еще интереснее. Просто, вот вы только посмотрите на это. У кого еще такое было? По-моему, это в я вообще не знаю, у кого еще такая приколюха была, как у меня сейчас. Просто на последних издыханиях моих меня спасли. Спасли братаны и спартанцы. Всегда уважал спартанцев, теперь еще больше уважаю их. Мало того, они еще и на Македонии выебнулись. И разбили их. Но мне что-то не нравится, что они здесь отступили. Мне сейчас надо срочно разведчика подводить, как они все дальше отступают. Мне не нравится это. Подожди, у нас оборонительный союз, а я могу вам команду давать, чтобы вы Аполлоне атаковали или еще что-нибудь? Главное, что в Аполлоне пока нет вражеских войск. Нам надо сейчас очень быстро зайти в Аполлоне, захватить его. И потом держаться как только можно, потому что, естественно, Эпир — это единственный город оставшийся, и они будут пытаться отбить его. Так, дно агент у нас очнулся. Кстати, ты неплохо можешь идти. Нам сейчас надо агентами будет. Уёбанный ты в рот. Я могу спартанцам сказать, чтобы они атаковали. Дать цель. Вроде как могу. Со Спартой я могу оборонительный союз заключить? Точнее, военный. Нет. С Римом я могу заключить наконец-то торговое соглашение. Нет. А если я вам заплачу 2000, я понимаю, что я деньги трачу, но... Такие вы, пидорасы. Вы, короче, я пока Аполлоне не захвачу, они не сделают ничего. Ну так, как я теперь знаю, где находятся вражеские войска, а пройти я могу? Блять, и мне не хватает очков передвижения. На быстром марше я, конечно, могу пройти, но... Я могу обойти с этой стороны. Да, я могу с этой стороны обойти. Они меня здесь не заметят. Господи, я никогда еще в Total War'ах так тактически не думал. Все было как-то по наитию. Не удалось. Заебись. Хоть кто-то сделал это. Давайте больше тебе на отравление пищи. Прокачаем. Убеждение, убийство, наем предателя. Кстати, тоже не помешало бы. Да. Убийство, наем предателя. У них здесь армия, ну как, все равно такая же сильная. Но нам надо заканчивать. Я надеюсь, что сейчас спартанцы примут мое вот это вот. Господи, как же интересно стало играть, а? Так, мне здесь не нравится, что здесь происходит? Это кто такие вообще? С кем вы, спартанцы, еще воюете? Кто вас осаждает, братаны мои? Македония, Эпир. И три баллы. Кто вы такие? Такие вы днище, ёбаный ты в рот. Ладно. Окей, следующий ход. Надеюсь, наверное, последний уже, потому что я не знаю, сколько... Я не засекал. У меня давно уже таймер сбился, если я посмотрю сейчас на часы. Да, пишу я долго. Но я не могу закончить, потому что здесь все самое интересное начинается. Как вы думаете, удастся мне захватить Аполлоне и удержать его? Ну, по прошествии моих битв, думаете, наверное, что нет. Я тоже так думаю, но все может быть. Главное, чтобы они не заметили мои войска и не отошли в Аполлоне. Вот если они сейчас... Вы такие пидорасы. Но спартанцы приняли цель. И они мне могут помочь разбить вот эту армию. А я захвачу Аполлоний.
И скорее всего, да. Спартанцы вообще мужики. Обожаю спартанцев, сука. Ну, господи, ну что еще? С первым не только мы воюем. Вот эти, да, товарищи. Угу. Ну, Азаза мы первее захватим. Кстати, город удержался, судя по всему. Как-то отбили они его. Спартанцы, давайте военный союз. Я не перестану сюда заходить, уж простите меня еще раз. Меня только дипломатия сейчас спасает. Нет, Рим, пидоры вы такие, у нас с вами отношения охрененные, очень, очень, очень дружественные. Нам нужны деньги, нам нужны деньги. Вы такие гондоны, я вас в рот бомбил вообще просто. Надо убить генерала, чтобы помочь нашим союзникам, спартанцам. Удар в спину. Да, удар в спину, как вариант. Они убедили домочадца своей жертвы присоединиться к... Лал? Окей. Ну ты дно. Ты даже и отравить-то не сможешь. Естественно, ты дно. Нам, в принципе, хватает очков движения, чтобы захватить этот город. Мы подвинемся еще, пожалуй, ближе и сядем здесь в засаду. Да. Режим засады. И не, ну вот просто, чтобы, если они решили на нас напасть, мы будем в засаде, у нас есть шанс, сколько там, 25%? По-моему, там 25% дается, когда наводишь армию. Вот то же самое, вот сейчас вот тут выберу здесь и вот так вот наведу. 25, ну там я тоже, скорее всего, уверен, что там 25%. 55, ну да, в лесах же ведь. В лесах же ведь. У нас денег много, надо что-то строить, пока есть такая возможность. Развивать экономику. Военное дело пока не особо, нам надо экономику. Что-то я совсем про это забыл, только сейчас вспомнил, что есть же такая херня. Что можно развивать экономику. Пищи минус 5, нет. Нам что-то по пищу, на пищу нужно. Вот мне больше вот этот путевой приют нравится. Доход от местной торговли, доход от земледелия, доход от производства. Доход, конечно, не помешал бы, но нам пища нужна, чтобы мы могли улучшить казармы и нанимать... А, я еще и тут что-то могу сделать. Отлично. Гарнизон. Лучники. Пельтаст. Лучники нам не помешали бы. Но тут тоже очень вкусно. Лучники нам нужны, потому что слоны. Если слонов атаковать горящими стрелами... Слоны становятся не у дела, у них становится боевой раж, и они начинают мочить всех. Своих, чужих, до пизды. И момент истины настает. Если сейчас спартанцы выдвинутся и разобьют эту армию, путь на Аполлоне нам открыт. Я очень надеюсь, что спартанцы нападут. Давайте, мужики, вместе разобьем эту суку, которая меня унижала две серии. Спарта. Я бы сказал бы, вы что, пидорасы? Кстати, там, по-моему, ходит первый эпир, да? Я просто могу загрузиться сейчас, взять в осаду город, но эпир нападет первым. Вот. Вы, наверное, сейчас, наверное, в комментариях напишите. Вот спартанцы просто мужики. Я с вами согласен полностью. Если бы я подвел армию... Давайте просто загрузимся. Просто попытаемся сейчас это сделать. Но там, кажется, первый эпир ходит. И это плохо. Если бы первые шли спартанцы, первые эпиры. Так-то сейчас эпир может просто на нас напасть, и нас уже ничто не спасет. Не, ну спартанцы мужики. Просто имба, просто, я не знаю, такие мужики, такие пацаны. Пацаны вообще, ребята. Уважуха. Так, у меня, кстати, место на жестком диске заканчивается, надо бы прекращать.
Но я не могу здесь прекратить. Здесь разворачивается просто... Но нам не удастся. Первый ходит. Первее спартанцев. Чё там? Дурной знак. Опровергнуть слухи. Оболгать его. Пройти против него. Но у нас... Давайте проверим слухи. Не будем там ничего делать, там опровергать, там... Ещё чем. У нас и так, да, плохая ситуация, но она хотя бы лучше, чем была. Да, ну вот ситуэйшнс, конечно. Ну и Пир ходит первым. Спартанцы ходят после Эпира. Я это заметил. I have offered sacrifice to Ares in the hope of a short war, even though I yearn for your suffering. Да вообще похуй на вас. Называть союзника не буду, потому что Спарта и так с ними воюет. Похуй на вас, господи, македонцы. Видимо, они не понравилось то, что я осадил Аполлоний. Слишком нагло типа себя веду. И смотрим. Эпир, Спарта. Охуенно просто. Как я стал сейчас обожать эту игру. В самом начале был на грани поражения, и сейчас я уже... Спартанцы, просто, вот все... Все, я не знаю что, просто ставьте лайки из-за спартанцев. Просто, если пишите в комментариях, спартанцы мужики. Вот, чисто ради прикола. Кто так же думает, напишите в комментариях, спартанцы мужики. Просто мужики. Да, вообще поебать. Да ну ж тебя нахуй. О, Спарта просто нагибатор. Ну вы... Ёбаный сука, вы опасный про... Нихуя себе! Они держат под контролем вот трибалы. Трибалы платят им дань. Сука, нихуя вы, мужики. Да, баланс сил у нас. Естественно, я ничего не могу им такое предложить. Спартанцы просто тащат. Так, уже умеренный пишет. То есть, если я вам денежки предложу, вы согласитесь, да? Заебись. И с Римом теперь дружим. Ну, уже налаживается ситуация. У нас еще строится порядок, конечно, плохой. Там рабы что-то там выеживаются. У нас рабов не так много. Ладно, как-нибудь с этим справимся. Окей, нам надо сейчас захватить Аполлоний и на этом заканчивать нашу серию. Ну просто, блядь, расцеловать вас хочу. Просто... Просто сверись, сука. Показали всем, блядь, на что спас... Просто выебали нахуй. Вот это меня уже радует. Ой, как я обожаю эту игру. Она не перестает меня удивлять. С модом, тем более с этим, разделяя власти, продолжает меня радовать. Сука, агрессивный режим нападения. Просто насилуйте там все хоть. Вот она, месть. Вот она, месть. Месть. Пришла ваша смерть. Месть. Охуетительно просто. Просто охуетительно. Общественный... Нет.
оккупировать. Не буду я ничего с вами делать. Вы уничтожили эту фракцию. Ваша мощь сломила ее как тростинку. Не я ее уничтожил. Вот эти вот охуенные красные мужики в красных плащах и в красных мокасинах. Красный мокасин. Красный мокасин. Вот только они. Только благодаря им я вырвался из полной жопы. Да, конечно, наши границы теперь выглядят и не очень красиво. Это то же самое, как за Спарту я играл. Вот так вот прошел, пошел. Тут у меня кусочек... А, тут кусочек был. Тут кусочек был из-за того, что я не захватил вот этих как раз, по-моему, да? Я их... Ну, я их захватил, но я их сделал их своим, типа, сателлитом. И здесь у меня все основное действие происходило. А теперь наоборот. Теперь Спарта здесь все захватила. Теперь они нам мешают торговле, но они нас спасли. Я не буду их винить, они нас просто спасли. И мы воюем сейчас с Македонией, да? Мы воюем сейчас с Македонией. Ну, Македония от нас далеко, нам это не страшно. Если что, мы... Ну, сбалансил у нас, конечно, никакущий. Попробуем еще каким-то... Нет, не хотят. Карфаген. Что-то нас не... А, ну да, потому что мы с Римом подружились. Естественно, Карфаген нас недолюбливает. Но у нас есть... Такой тоже товарищ, как Египет. Может, с Египтом какой-нибудь договор не нападение? А, у нас есть уже оборонительный союз. Да, вот. Вот, кажется, здесь намечается такая неплохая заварушка. Карфаген против нас, Египет за нас. А Египет ненавидит Карфаген. Рим тоже не любит Карфаген. В общем, Македония против нас. И эти все будут против нас. Здесь намечается неплохая заварушка, так что... Господи, как я был близок от того, что... У меня слов просто нет, я просто рад. Все начали со мной торговать и прочее. Как я был близок к поражению, если бы не мужики-спартанцы. Просто бати затащили, просто затащили мое прохождение. Они, видимо, услышали меня, что почему спартанцы не помогают. Блять, обожаю их. Спартанцы, я, сука, буду всегда вас любить. Я, блин, сейчас расплачусь нахрен. Ой, да что здесь потекли. Ой, господи. Все. На этом, ребят, мы заканчиваем эту серию. Мы были на грани поражения. Спартанцы вытащили и спасли нас. Поэтому в комментариях пишите, спартанцы мужики просто. Просто бати. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Мне она очень понравилась. Я даже не хочу сейчас заканчивать. Хочу дальше продолжить, посмотреть, что будет. Мне сейчас стало дико интересно играть в Total War во второй Рим. Хотя я, конечно, не особо недолюблю. Ну, не люблю особо эту именно часть от Total War. То есть мне нравится первый Рим, там, Medieval, там, Empire даже, Сёгун, да. Но, блин, сейчас тут просто такая война намечается. Просто... Вся Европа будет в огне. Да. Надо, кстати, агентов посылать, чтобы открывать новые фракции. Да, я совсем про это забыл. Допустим, вот Вродос там поплывет. Вот ты вот сюда будешь плыть и сюда. Да, не забыть надо это. Короче, у нас будет вот это днище, которое ни хрена не умеет никого убивать, ничего, пойдет путешествовать. А это будет совершать наши дела на благо нации. Охуенно. Господи, как я люблю эту игру теперь, а. Обожаю. Я же готов уже все удалить, это прохождение, запись эту. Но тут пришли мужики из Спарта. Ладно, я все, я уже повторяюсь. Спасибо за просмотр, дружище. Увидимся в следующей серии. Опять же, надеюсь, вам все понравилось. Мы выжили. Мы выстояли. И будем дальше выживать. И захватывать новые земли. Всем пока.